Привет, ребята, с вами снова я, Ирина Ясинская. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. И я знаю, ребята, что сегодня самый-самый счастливый день в моей жизни, потому что с сегодняшнего дня на сайте Darknet начали продавать новогодний Happy Meal. И первым я заказала, конечно же, Гринча. Ребята, посмотрите, это настоящий новогодний Макдональдс Happy Meal. Вернее, он называется у них не Happy Meal, а Hell Meal. Адский. Адский Макдональдс Гринч, ребята. Я не знаю, что туда положили, но я надеюсь, что что-то очень новогоднее, например, какие-нибудь подарки или супер вкусный новогодний бургер или новогодняя картошка фри. В общем, я не знаю, я надеюсь, как и вы тоже хотите поскорее увидеть, что же внутри этого Happy Meal Гринча Икзи, ребята, то прямо сейчас ставьте лайки. Больше лайков, чаще видео, вы же знаете, ребята. Итак, давайте скорее же его будем открывать и посмотрим, что внутри этого Happy Meal Гринча. Реально, посмотрите, ребята, какой он страшный. У него зеленые глаза, зеленая волосатая морда. Еще, ребята, на сайте Darknet было написано, что как только я открою Happy Meal, все здесь распакую, посмотрю, то в мой дом постучится настоящий Гринч. Если веришь в это, то обязательно напиши в комментариях, что ты веришь в Гринча. Гринч портит Рождество, Гринч портит Новый год. Это плохой персонаж. Но, ребята, мы его увидим, если нам не врут на сайте Darknet. Ровно в 3 часа ночи, в дьявольский час, Гринч постучит в мой дом и зайдет в эту дверь, и вы увидите реального, настоящего Гринча. Ну а пока мы откроем этот Happy Meal Макдональдс Гринч, ребят, и посмотрим, что же нам приготовили. О, я уже вижу, что там все очень красное, черное и просто вонь, ребята, несусветная. Ну, как обычно. Посмотрите, какой огромный кровавый бургер, ребята. Господи, что это происходит? Это реально кровавый, кровавый бургер или чизбургер. Я не знаю, что вы любите больше. Я не знаю, что здесь положили. Чизбургер, походу, это чизбургер, потому что, посмотрите, здесь в некотором месте есть сыр, ребята, но он весь в крови, как будто его сделали из настоящего сырого мяса, ребята. Из сырого мяса сделан бургер от Happy Meal Grinch, ребята. Давайте откроем, посмотрим, что же внутри там лежит на этих булочках. О, господи, ребята, это тараканы и пауки, черт. Это просто жесть. Я не представляю, как можно такое есть. Может быть, они рассчитывают, что я буду есть подобный чизбургер. Ребята, напишите в комментариях, готовы ли вы съесть такой этот чизбургер, ребята. Это просто жесть, посмотрите. Здесь реальные тараканы и реальные пауки. О, господи, зачем же они столько много пауков сюда наложили? Разве можно есть такую еду? Посмотрите, с обратной стороны булка вся горелая. Господи, почему она вся горелая? Я не знаю, видимо, они реально решили специально все это испортить, чтобы это просто было невозможно есть, ребята. Но также могло есть картошечка фри с червячками, ребята. Все, как мы любим. Самые мистические, самые стрёмные картошка фри, которую можно было только представить. Я даже и не сомневалась в том, что Гринч принесет такой подарок. Обязательно каких-нибудь червяков и пауков. Потому что нормальной еды в Макдональдс на Happy Meal невозможно получить. Потому что эти Hell Meal мы заказываем на сайте Darknet, а там нет нормальной еды, потому что это специально сделано для нас под заказ. Ребята, посмотрите, какая жуть. Это червяки, картошка фри. Господи, у меня аж в горле пересохло. Но самое интересное, ребята, находится сейчас внутри этой коробки. Я не стала сразу доставать, потому что я боюсь вас шокировать. И прямо сейчас, ребята, я попрошу людей, которые очень-очень пугливые и боятся всего на свете. Все, пожалуйста, сейчас выключите телевизор, отойдите от экранов, потому что, ребята, я даже заговариваюсь, потому что там в этой коробочке реально просто жесть. Итак, ребята, я надеюсь, что вы готовы, потому что в этой коробке лежит реально что-то страшное. Реально похожее на череп или на голову самого Гринча, ребята. Итак, ребята, я надеюсь, что вы готовы прямо сейчас из этой коробки мы достанем то, что мне кажется. Ребята, давайте. Раз, два, три. О, господи, жесть, ребят, вы это видите, господи. Это реально череп Гринча, посмотрите. Он весь зеленый, его зубы белые. И ноздри черные, господи. Он такой страшный, невозможно. Это реально череп Гринча. Теперь я поняла, почему сам Гринч настоящий придет сюда. Походу, это его друг, а я не знаю. Их несколько этих Гринчей, ребята. По всей стране просто раскиданы. Он придет за этим черепом, о, господи, ребята. Я уже слышу, что кто-то стучится. Господи, надо прятаться. Ребята, быстрее, быстрее. Короче, ребята, смотрите, я слышу, что кто-то идет. Мы попытаемся, ребята, с вами поймать. Я так поняла, что он приходит за черепом. Слышите, как он стучит? Я попытаюсь поймать его и прикрепить наручниками. Сейчас, ребята, нужно все поготовить, повернуть. Черт, вы слышите? Это точно Гринч, Гринч пришел. Господи, что он делает? Черт, он сейчас разобьет. Тихо, тихо, тихо. Где он? Где он? Ребята, господи, вы видите? Это реально настоящий Гринч. Черт,
Я вообще реально в шоке. Посмотрите. Посмотрите, что он делает, ребята. Давайте просто понаблюдаем за ним. Что он делает? Господи, посмотрите, это реальный крик. Господи, что он делает? Он сейчас все разобьет. Перестань, перестань, пожалуйста. Господи. Короче, ребята, я планирую его поймать. Гринч! Гринч! Черт, ребята, посмотрите, это реально Гринч. Я просто в шоке, ребята, это реально Гринч. Гринч, стой! Черт, ребята, он что-то кидает. У него какой-то мешок в руках. Это мешок с подарками, ребята, черт. Гринч, черт, что у тебя в мешке? Он кидается в меня, о господи, ребята. Нужно что-то придумать. Нужно как его поймать, нужно как-то напугать его. Черт, он что-то достает из мешка. Гринч, успокойся! Что это у него в руке? А, черт, ребята, он кидается прямо в меня какими-то мистическими подарками. Господи, Гринч ненавидит Рождество. Что это такое? Он принес какой-то крест. Короче, я поняла, ребята. Сейчас действуем так. Гринч, у меня твой подарок. У меня твой любимый зеленый скелет. Нет? Нет? Слушайся меня. Слушайся меня, тупая обезьяна, Гринч. Все. Гринч, фу. Фу, Гринч. Черт. Нет? Отправляйся в ту комнату. Слушайся, иди в ту комнату, я тебе говорю. В комнату заходи. Черт, ребята. Заходи. Он слушается, ребята. Это реально работает. Он прямо сейчас заходит в комнату. Садись. На пол! Лежать! Лежать! Ребята, жесть! Я командую настоящим Гринчем. Лежать! Лежать! Вот здесь! Сиди здесь! Сиди на месте! Вот, ребята, я забыла наручники. Господи! Так, сейчас мы его пристегнем. Он слушается, пока он слушается. Так, короче, Гринч. О, черт, ребята, он реально стрёмный. Он сделает все, что угодно, лишь бы забрать своего скелета. Я его пристегну здесь, к дивану. Сейчас. Сейчас, ребята. Получается. Гринч! Гринч хороший. Так, все, его пристегнула. Теперь руку. Черт. Все. Черт. Ага. Ага, вот ты попался. Пристегнут к дивану, ребята. И теперь мы сможем разглядеть поближе этого Гринча. Это реально настоящий Гринч. Посмотрите на его нос. Посмотрите на его собачий нос. Черт, он кусается, он фырчит. Ладно, ребята, короче, я уже готова отдать ему этот череп, потому что мне его реально жалко. Мне кажется, он просит прощения. Гринч, скажи, ты просишь прощения? Да, да, он просит прощения. Ты не будешь портить мне Новый год и Рождество? Скажи, не будешь? Черт, посмотрите на него. Ты же обещала, сам нападаешь. Ты пристегнут. Хорошо, хорошо. Ребята, прямо сейчас я дам Гринчу его череп, ребята. И я надеюсь, что он уберется отсюда. Раз, два, три. Черт, что он делает? Он его целует? Обнимает? Похоже, это сын Гринча. Или, я не знаю, это его друг. Он пришел именно за ним. Специально создатели сайта Дартнет положили туда. Мне этот череп, череп Гринча, ребята. Это просто жесть, ребята. Но теперь он у него есть. И как мне сделать, чтобы он убрался отсюда, я не знаю. Черт, наверное, нужно подождать. Ребята, он реально стрёмный. Давайте оставим его здесь, ведь он пристегнутый и никуда не денется. А сами пока уйдем. Черт, ребята, посмотрим, какие игрушки он тут нам набросал. Посмотрите, ребята, это какой-то инопланетянин. Господи, что вылетает его? Это что, Орбис? Шарики Орбис, какой-то паук. И руки, какие-то руки. Короче, ребята, я не знаю, что мне делать с этим Гринчем. Я надеюсь, что он, может быть, просто его отстегнуть, и он уберется отсюда. Я не знаю, где ключи. Тут что-то с ним происходит, с ним что-то происходит. Черт, ребята. А, черт. Я его боюсь реально. Все, он в бешенстве. Почему-то он бесится. Ребята, мне нужно найти ключи. Черт, нашла! Вали, вали! Выходи! О, о,
Ребята, это просто офигеть! Мы видели с вами настоящего Гринча, и я надеюсь, что вы соберете на этом видео 10 000 лайков! А с вами была я, Королева Мистики. До новых встреч! Пока!